Всех приветствую на моем канале «Товар из Китая». С вами Вячеслав. И сегодня у нас обзор вот этих Bluetooth наушников. Это наушники от фирмы Baseus или Baseus, как хотите. Заказал их для обзора. И это, друзья, новинка. Это новинка от компании Baseus. Наушники D07. Я еще не видел на YouTube обзоров на эти наушники, поэтому давайте будем смотреть. Вот в такой коробке приходят наушники D07. Здесь даже знак качества, все необходимые данные. Да, здесь 5-й Bluetooth, друзья, модель D07, заказывал в белом цвете. Извините, заказывал в черном цвете, есть еще и белый материал, пластик, ABS, ну и все необходимые данные. До 300 часов держит батарея. Итак, давайте будем открывать наши наушники. Вот такой комплект мы получили, наушники, и есть еще гарантийный талон и инструкция на английском языке. Кстати, на данный момент эти наушники стоят на AliExpress около $20. Как видите, положительные отзывы. Я оставлю ссылку на официальный магазин, где я покупал эти наушники. Итак, идет в комплекте кабель зарядки USB, микро USB, а также кабель AUX для подсоединения к ноутбуку, к телефону, такой в тканевой оплетке, как шнурок, наверное, около метра. Хорошо. И переходим к нашим наушникам. Вот сами наушники. Так, тут у нас логотип Baseus. Они не поворачиваются. У меня были на обзоре Baseus D02, right и left. Так, те поворачивались, а эти что-то не поворачиваются. Так, у нас есть здесь кабель для кабеля AUX, 3,5 мм аудиоразъем, микро USB зарядная. Кнопка off и on. Да, я уже вижу. А также кнопка перемотка, вперед-назад, пауза и play. Такие вот такие кнопки управления. Мягкие амбушюры, мягкие с кожзама. Ну, наушники легкие, легкие. И здесь для размера головы, пожалуйста, есть такая выдвижная шкала. Меняется объем головы. Здесь ничего не написано. Логотипа нигде, только вот логотип Baseus. Ну что, друзья, настало время подключить к нашему смартфону и прослушать звук, а также разговор в этих наушниках, как будет меня слышно. Кстати, завтра на канале уже будет розыгрыш Bluetooth наушников беспроводных. Заходите по ссылке под видео, участвуйте и выигрывайте. Кстати, у нас на канале будут теперь конкурсы проходить регулярно. Поэтому, если вы подписались и не выиграли, участвуйте дальше и обязательно выиграйте. Очень легко сконнектились наушники с моим смартфоном. Как видите, Baseus NCOG D07. И сейчас мы проверим музыку. Запускаю музыкальный трек на YouTube. Ставлю на полную громкость. We'll be right back.
Немножко перемотаем. Еще музыка. Звук настолько громкий, что слушать в наушниках невозможно. Ясно прослеживаются басы. Звук шикарный. Для такой цены я, конечно, эти наушники рекомендую. Ну а сейчас хочу выйти на улицу, сделать пару звонков, послушаем, как здесь записывает микрофон в этих наушниках и как работает шумоподавление. Итак, смотрим дальше. А сейчас мы послушаем работу микрофона этих наушников Beosus D07. Для этого я наберу свою жену. И сейчас мы послушаем запись разговора. О, гудок пошел. Алло. Привет, Лен. Привет. Я тестирую новые наушники. Скажи что-нибудь. У меня все хорошо. Чувствую себя хорошо. Настроение нормальное. Молодец. Я тебя слышу отлично. Как звучание? Ну, хорошее, чистое, как обычный телефон. Отлично. Ну все, отключайся. Угу. Отключайся. Вот так звучит микрофон этих наушников. Эти наушники я всем рекомендую, друзья. Beosus Encog D07. Ставим лайки, подписываемся на мой канал. До новых видео, до новых обзоров. Всем пока!